22 марта в 0:35 в дежурную часть поступило сообщение о пожаре жилого дома в Мозыре по улице Апанского. Улица находится за гостиницей «Припять». В результате пожара уничтожена кровля дома. Повреждены потолочные перекрытия, стены и имущество. Пострадавших нет. Одна из рассматриваемых версий причины пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.